Итак, добрый день. Продолжаем рассматривать систему напольного отопления, а именно принципы расчета. Итак, начинаем мы, как обычно, с меню данные. Общие. Так, здесь варианты расчета лучше закладывать проектирование и регулирование. Так, ну а зона климатическая. То есть здесь в обязательном порядке нужно выбрать ту наружную температуру, которая у вас осуществляется в вашем районе строительства, для того, чтобы она учитывалась при проектировании именно напольного отопления. Я возьму для своего региона. Так, дальше. Параметры теплоносителя. Здесь мы выставляем те параметры, которые используются либо в котле, но я возьму 80 градусов. Так. Ну и, то есть разность температур у меня будет 20 градусов. Также вид теплоносителя будет вода. Так, давление в источнике пока зададим 1000. Дальше объем источника 1100 литров. Имеется в виду объем теплообменника, который нагревается благодаря различной тепловой энергии, выделяемой котлом, там, либо за счет газа, либо какого-то твердого топлива, ну либо жидкого. Так, ну и зададимся пока располагаемым давлением 25 килопаскалей, ну или 25 000. Так, теперь нам понадобится две трубы. Первая труба основная, которая идет непосредственно на теплый пол, то есть здесь можно выбрать производителя. Ну, я остановлюсь на данном производителе. Дальше выбираю трубу. Ну и также нам понадобится труба, которая идет непосредственно от котла до коллектора, ну то есть до стояка разводки коллекторов непосредственно на систему теплого пола. Ну и берем того же производителя. То есть, ну, я возьму я вот эту вот трубу. Так, следующие. Так, квартирных станций нам не нужны. Нам нужны параметры расчета. Я опять вспоминаем рекомендации производителя. То есть здесь должно быть падение в термостатических вентилях составлять 8 килопаскалей или 8000. Дальше в следующем 3000 запорно-измерительный, ну, или 3 килопаскали. Ну и в регуляторах перепада давления должно составлять 10000. Так, ну и остальное здесь можно пока оставить по умолчанию. Потом в дальнейших расчетах можем изменить некоторые параметры. Там фасонные, корректировать и так далее. Но пока оставим по умолчанию данное значение. Так, все, что нам нужно, в меню данные общее. Нажимаем ОК. И на этом меню данные заканчивается. Всем спасибо за внимание. До следующего видео.